Я думаю, что с Крымом будет все хорошо, и туристы там будут. Заменит ли россиянам отдыхать? У меня всегда большой вопрос, от чего отдыхать, от чего так все устали, где отдыхать. Отдыхать в Турции такая гадость, в Египте такая гадость вообще. Вот, все эти отдыхи в анклавах, вот в этих, где скопление масс людей с этими бассейнами, с этим все включено, третьего разряда, эти напитки, которые где-то выгоняли во врагах каких-то турецких, или ужасная гадость. Вообще вопрос там, от чего отдыхать, не очень понимаю. Вот там часто говорят, ой, надо отдохнуть, от чего, не очень понимаю. Конечно, Крым заменит, и надо туда ехать, надо только там все, надо все почистить, надо прибраться, надо хорошо все сделать. Я думаю, что этим сейчас и занимаются.